Вот что такое черешневый рай. Это изобилие черешни. Вот пошла белка рвала. Ага. Меня пригласили пособирать черешню. Вот незадача. Внучки приедут только завтра. Оксана немножко приболела. Так что я в одиночку буду тут наслаждаться. Ну, кто хочет, пусть завидует. Ну, мне надо перенять ваш опыт. На мою вишню тоже привить черешню. Сейчас не прививаю. Почему? Ну, сейчас же. Ну, весной. Весной, конечно. Пойдет чуть-чуть. Весной, зимой. А что же я на эту вишню смотрю? Половину ее можно. Это самое. Черешня. Что-то у меня черешня растет, все еще молодая, никак не наберет силы. 5 ягодок всего. Да. Вот добрые люди пригласили нас пособирать черешню. Вот я пособирал. Вот такая даже розовая черешня, она доспевает. Может быть, завтра еще в гости сходим. Вот. Оксана, ты рада? Ну что ж я не рада-то? Теперь вот, пожалуйста, 2 тазика черешни. Завтра внучки приедут. Очень, кстати, угостим их черешней. Жизнь прекрасна. Спасибо добрым людям. Да.